так вот мутно ехать, мутно. Это очень такая мутная движуха. Да, это просто жесть ехать за фурами. Это просто дичь, вернее, пацаны, дичь. Вымораживает такой движняк, бля. Реально вымораживает. Сори за мат, пацаны. Ну реально вымораживает такой движняк. Хоть у меня и мало бенза. А да, один едет, второй поджимает, там фуры идут, спереди там что-то хочет непонятный типок. Ра-та-та-ра-та-ра-та, мы катосим до утра. Блин, карманы выворачивают на скорости, просто жесть. Так может что-то упасть из них, если там что-то будет. Но там не должно ничего быть. Так сказал бы мой дед. Который мой дед. Расходы, конечно, приличные, пацаны, да. На 12 литров, пацаны. 150 километров проехать, просто прокатосить. Это очень большой расход бензина, очень большой, пацаны. Вот для мотоцикла это в самый раз. Что такое, мне? А знак? Я думаю, что там кровь. Хотел этого делать, ребята! Ребята, я же не хотел этого! Блин, почему, ребята? Потому что, пацаны, это литр! Потому что, ребята, это литруха. А литруха постоянно, вот она, знаете, она вот постоянно просит, чтобы ты вот ей вот жаривал, чтобы 300, чтобы она любит 300. Она меньше 200, там 200, ну, знаете, вот минимум там это 200. Она вот меньше 200 не любит она ездить. А так она любит 300. Потому что это, ребята, литруха, она постоянно, она вынуждает вас вжаривать, просто-напросто вынуждает. Она говорит, вжаривай, говорит. Вынуждает вас вжаривать, постоянно, ребят, постоянно такая фигня. Где-то хочешь сэкономить,
Она тебя вынуждает вжаривать все время. У тебя очень мало бензина, уже горит лампочка, у тебя там 2 литра в баке, да, тебе до заправки 50 километров остается ехать. Она тебя вынуждает вжаривать 250-300. Вот она вот постоянно так вот, что она этого со мной творит вообще? Постоянно, ребята, вот такая фигня происходит.